Осень, как обычно, пришла неожиданно, но тем не менее мы просто обязаны встретить ее модно и стильно. Сегодня мы узнаем, что носят студенты и где они одеваются, а также поговорим с фэшн-экспертом о модных тенденциях этой осени. Casual, в принципе. Торговые центры в основном. Повседневный стиль, обычный. Разные магазины. Молодежный стиль. Скорее всего, уличный в основном. Магазины. Более классический, просто сегодня в стиле гопника. Вот, потому что холодно на улице. Вот. Да, в основном магазины, где есть вещи, которые я уже покупал раньше и знаю, что они качественные, возьму там. Вообще люблю спортивные, большинство секондов все-таки. Военные в основном. А где вы одеваетесь? В интернете. Секонды, магазины. Спортивный, любой. А где вы одеваетесь? Магазины, базары, секонды? И в базарах, и в секондах. Романтичный и уличный. В базарах и магазинах. Хипстеры, не знаю, как это можно. Самый распространенный стиль в одежде, который студенты предпочитают, это уличный. И неудивительно, ведь именно он помогает выразить свою индивидуальность и неординарность. Влада Казакова в свои года уже преуспевающий визажист в нашем городе. Она не боится экспериментировать в одежде и создает необычные образы для себя. Влад, какой ты стиль одежды предпочитаешь? Я люблю удобную, практичную одежду, но в последнее время я предпочитаю рубашки, и их я удачно сочетаю с бойфрендами, например, или с другими джинсами, и это очень круто подходит для повседневной жизни. А расскажи нам, пожалуйста, какие базовые вещи в гардеробе должны быть у каждой девушки этой осенью? Я вам не только расскажу, но еще и покажу. Я смотрю, ты уже переоделась, красавица. Ну, рассказывай. У каждой девушки в гардеробе должна быть обязательно быть белая рубашка, потому что ее можно сочетать с абсолютно разными вещами. Вот, к примеру, я надела на нее серый джемпер, и чтобы образ вдруг не казался скучным, я разбавила все своей любимой черной шапочкой. И конечно же, must-have этого сезона – это клетчатое пальто темно-серого цвета. Ну, покажись. Ну, я смотрю, ты опять в новом образе, красивая такая. Спасибо. Я смотрю, ты обута в кроссовке. Мы уже знаем, что не один сезон кроссовки можно совмещать буквально с любым элементом одежды, если это, конечно, будет красиво выглядеть. И данный образ у меня, это мои любимые бойфренды, кроссовки, обычный свитер, под ним футболочка и моя непревзойденная черная шапка. Это мой любимый свитер на данный момент, и обращаюсь к модным цветам этого сезона. Это глубокие цвета, например, глубокий синий или глубокий фиолетовый, винные. То есть мы уже забываем о том, что было летом, какое-то яркое, легкое, и переходим к более такому уютному и осеннему. И свой образ я добавила обычными черными джинсами, которые, я думаю, найдутся у любой девушки. И, конечно же, желательно в этом сезоне купить какую-то грубую обувь, и все будет вообще очень классно. Ну, как вы видите, белая рубашка как базовая вещь все-таки осталась, ее можно дополнить супермодным кардиганом. И сумка обычная, черная, я думаю, подойдет, чем побольше, тем получше. Ну и, конечно же, как же без шляп, что тоже будет круто смотреться и дополнит образ. Итак, подведем итоги. Что же должно быть в гардеробе у каждой девушки этой осенью? Этой осенью самый актуальный стиль одежды – стрит-фэшн или уличный. Главная идея данного модного направления заключается в том, чтобы выглядеть так, как себя ощущаешь. Широкополые шляпы станут главным аксессуаром осени и зимы. Эти некогда популярные детали гардероба довольно быстро и успешно осели в дамских шкафах. Свободными должны быть все предметы верхнего гардероба. Это могут быть широкого кроя пальто, классические кожаные куртки, объемные плащи, накидки и пончо.
Вязаные вещи – традиционная для холодного времени года одежда. Подобные вещи могут вписываться практически во все существующие стили, будь то образ современной деловой дамы или романтичной особы, собирающейся на свидание. Кожа – еще один материал, который никогда не выходит из моды. Для стрит-стайла подойдут любые кожаные изделия, будь то традиционная куртка, платье или даже топ. И не забываем о мейкапе. По-прежнему остаются актуальные яркие губы и широкие естественные брови для завершения стильного образа. Уличный стиль делает акцент на индивидуальности и неординарности. Только вы вправе решать, как и в чем сегодня выходить на улицу. Стрит-фэшн – великолепный шанс профантазировать с образом, расширить привычные рамки и выразить свое «я».